Довольные лисята, разморенные теплым воздухом и уставшие после игр с детьми, сладко спят на руках сотрудников зоопарка. Вниманию к себе детеныши рады, но пока еще устают от него. Как только смотрина закончится, лисята вернутся к своим заботливым родителям. У лис родители такие удивительные животные, в том плане, что они вдвоем воспитывают и выращивают своих детенышей. Отцы очень яростно защищают детенышей своей норки, вот, не бросают их никогда. Вплоть до практически взрослых они их помогают охотиться, учат всему. А вот родители зайца-беляки менее внимательны к своему потомству. Зайчата рождаются практически самостоятельными. Мама посещает их только для кормления. И через 2 недели детишки могут полностью перейти на взрослое питание. Зайчата и лисята уже немного возмужали. Пока еще живут со своими родителями, но совсем скоро устроятся в своей жилплощади. А пока с радостью играют с посетителями зоопарка. Лисята вообще очаровательные, спят на руках, все хотят дружить, зайчонок тоже идет на контакт, всем себя показывает. Это все манит, интересует, всегда хочется получать положительные эмоции от контакта, особенно с малышами. Среди пополнений еще и молодая бобриха, которую нашли и передали в зоопарк горожане. А кто еще пополнит ряды местных постояльцев, работники пока не рассказывают, а только загадочно говорят, что нельзя сообщать раньше времени. Андрей Горгуленко, Станислав Левин, События.